Уже собирает пробочку аварии на Народном проспекте 15. Кто-то опять не убедился в безопасности маневра. По Народному проспекту в сторону кольца 3 рабочий неспешно двигался автомобиль Toyota East. Семейная пара искала расположенную где-то в этом районе клинику, поэтому водитель зорко оглядывал каждый новый поворот. Клинику почти обнаружили, а вот выезжающий из поворота ему в правый бок Ноах водитель Иста не заметил и избежать аварии не успел. Рулевой Toyota Ноах начал движение с прилегающей территории, намереваясь проехать по Народному проспекту в сторону 3 рабочей. Длительный безаварийный опыт в этот раз по какой-то причине дал сбой, и мужчина беспечно выехал на главную, не убедившись, что дорога пуста. Да, выезжал со стороны Гермеса. И не увидел из-за поворачивающего автобуса автомобиль. Вот. Вовремя не среагировал, в результате зацепил людей. Участники аварии настроились на долгие ожидания сотрудников ГАИ, но прибывшие на место происшествия аварийные комиссары порадовали людей, сообщив, что повреждения автомобилей вполне укладываются по стоимости восстановления в страховку и приступили к оформлению европротокола.